Ну, может быть, он как-нибудь затупит, если что-нибудь походит, какой-нибудь 2-3 Харвест Голема, и пинг сделает. Или Монозмея. И все уже. Еще одного Монозмея, и пинг. Секрет, черт. Так. Ладно, справедливости ради, надо отметить, что... Я в любом случае кидаю Кадоя, потому что это плюс одна карта. Даже если он сейчас упрет его на Mirror Entity. Да, очень грустно, но что поделаешь. Ошибка! Ошибка! Идиот! Идиот! Кабан должен был убиться! Жесть! Дурак! Кабан должен был убить 2-3. О боже! О боже! О боже! О боже! А ладно, хотя все равно сойдет. Вообще не особо сильное, чтобы и потерял что-то. Особо, чтобы я счастлив такому размену. Знаешь, что такое Апачай Хапачай? Да, знаю. Я смотрел этот мультик, мне он очень понравился в детстве. Я даже не помню, сколько лет назад я его смотрел, но я его смотрел. Так. Так, порадуй меня, скажи, что у тебя... Что ты захочешь как-то размениваться или контролить меня. Я надеюсь, что он просто разменяет 7-7 на 7-7. Ответь, сколько золота у тебя? 2700 примерно. Очень жаль. Ладно, берем на себя риск, потому что без риска вряд ли я затащу. Я сомневаюсь, что у меня реально есть хорошие шансы без риска. А если я сделаю консикраху плюс... Не-не-не, есть хорошие шансы без риска, о чем ты? Саша. Ты че, забей. Какой в попу риск? Нахрен этот риск. Пусть рискуют всякие там Доны Джонсоны. Мы Верникова уничтожаем вражину. Там пиробласт на следующий ход. Точнее, через ход. Смело. Смело помидорим ему в лицо. Надеюсь, 8-8 сожрет пира. И пропуск хода. И... Ядрёна кочерышка! Ухухухухуй! Пойду-ка я водички попью. Твою богодушу, державу, матушку, просто жесть. Там еще и пира, вы понимаете, да, этот момент? Я думаю, там пира. Хорошо, давайте умозаключать. Скорее всего, если там флеймстрайк, пира или что-то в этом духе, я проиграл. Само собой, надо брать, надеяться на две бомбы в 4-4.
Этой бомбы в 4-4 не прокнули. Даже если там фаербол, я, скорее всего, проиграю. Даже если там фаербол, я проиграю. То есть мне надо вообще пипец выиграть. Ну да, берем на себя полный этот. Полный набор. Берем на себя. Здесь, возможно, лучше было 3-2 на 4-3 убить. Хотя он сейчас то же самое сделает. Просто я ставлю вообще на все подряд. Скорее всего, оно не закатит. А, понятно. Мой босс паладин.